Праздничные торжества прошли сегодня во всех городах и районах области. В Волжском митинг, посвященный 69-й годовщине Сталинградской победы, прошел у памятнику павшим воинам. Слово Игорю Морозову. 2 февраля – священная дата для каждого, кто живет на Волжской земле. Именно поэтому каждый год сюда, к братской могиле воинов, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, приходят жители города, чтобы поклониться тем, кто отдал свою жизнь за нашу свободу. Ветераны, школьники, студенты. Сегодня они стояли рядом, в одной шеренге, под красными стягами, символизирующими Знамя Победы. К сожалению, с каждым годом свидетелей Сталинградской победы становится все меньше. Сохранить память о подвиге дедов и прадедов для подрастающего поколения и сделать все, чтобы жизнь ветеранов была достойной – это обязанность властей, говорилось на митинге. Мы вам всем желаем здоровья, счастья, долгих лет жизни. И чтобы каждый раз, встречаясь с вами, в ваших глазах было меньше и меньше укора, а больше доверия и ваши глаза светились бы счастьем. С праздником вас! Торжественный митинг состоялся сегодня и в поселке Краснооктябрьском, где весьма трепетно чтут память о земляках, защищавших Сталинград 69 лет назад. Здесь к монументу павшим героям были возложены цветы от благодарных потомков. Игорь Морозов, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».